все есть Бог. Это ничто, воплощенная форму всего. Каждая песчинка, каждая травушка-муравушка, человек, животное, небо, земля, все-все-все. Есть воплощенная форма Бога, который познает себя, воплощаясь в то или иное, в материю. Это чистое сознание. Нарисую я человечка. Правда, блин, с меня художник еще так себе. Каждый человек, песчинка, муравушка, часть одного единого целого организма. Это ты. Каждый человек – клеточка Бога. Животная клеточка, птичка клеточка, травушка клеточка. Вот здесь вот, например, Путин. А здесь какой-нибудь Вася. А здесь сосед. А здесь вот какая-нибудь Маша. Каждый орган какой-то человек. Клетка этого органа какой-то человек. Вот здесь вот, например, целая нация. И вы такие: фу, не хочу я дружить с Васей, я его вообще убить хочу, мне не нравится, ноги бы ему переломать. И вы такие раз и отрезали себе ногу. Ой, а Машу я тоже ненавижу вообще, пускай исчезнет из моей жизни. Ну вот этот кусочек, и вот этот тоже отваливается. И целую нацию я тоже ненавижу. Приходится костыли брать. И сосед мне не нравится, вот бы от него избавиться. И я вообще не хочу здесь жить. В чем мой смысл жизни? Я хочу умереть. Я не хочу ничего делать, я не хочу работать. Вот бы меня отрезать. И вот бедненький вот этот человечек лежит в больнице. Потому что мы все начинаем отрезать. Вот это вот плохое. Надо выкинуть из жизни и избавиться. Вот этот кусок тоже плохой, надо выкинуть из жизни, избавиться. И вот от этого куска надо избавиться. И мы все время пытаемся от всего этого избавиться. Пилим, разрезаем наш организм, растаскиваем на части. Отсюда у нас боль. Боль. Отсюда боль. Отсюда боль. У нас... Везде боль. У нас весь организм орёт и кричит, как ему плохо. Вот такие пироги.